Всем привет! Сегодня мы расскажем вам про кеды Емерика Джон Диксон. Вот эти замечательные кроссовки. Во-первых, это Емерика, это очень крутой скейт-бренд. Они делают обувь с 96 года, завод STI. Во-вторых, в 2017 году в команду Емерика пришел Джон Диксон. Кто не смотрел его Deathwish видео, профайл, очень советую. 5 минут жесткой газки, чел нереально прыгает, скользит по перилам, очень много скидывается. Вот, из истории этих кроссовок. В 2017 году выходит модель Vinok G6. Это, ну, вы можете в интернете посмотреть, как она выглядит. Джон Диксон, когда пришел в команду, естественно, он как про получает свою про-модель и имеет возможность доработать кроссовки, сделать свой дизайн и предложить какие-то изменения ввиду своего профессионализма и опыта. И так как силуэт Vinok G6, именно классический, со шнурками, он подходил очень многим райдерам. Это можно видеть по видео и в интервью. Ребята выбирают G6. Джон Диксон доработал эту модель. Ну и вот что мы имеем. Кед, на первый взгляд, по фотографиям из интернета выглядит довольно-таки тонким, но по ощущениям это плотный кроссовок. Вот, что хочется отметить, что... Да не знаю! Что язычок связан. Здесь есть резиночка специальная. Соответственно, сейчас вот вы можете посмотреть, что пятка здесь усилена. Я сжимаю довольно-таки сильно и... Ну, фиксация чувствуется, но, естественно, мы это сейчас проверим, вот, как это все работает. Изменена подошва. По опыту катания у меня было несколько кед Vinok G6, и здесь тоже вулкан, но здесь он как будто бы усиленный. Ну, и еще, что Джон Диксон придумал, вот G6 очень сильно стиралась вот эта вот часть, она была прошита, и вот много, кстати, райдеров из Америки любили модель Lacy. Тоже так выглядит. Вот, и в лейсидах очень часто от клипа стиралась вот эта вот штука, и она просто отрывалась. И приходилось, короче, клеем клеить, там, заплатки ставить, но кроссовок был уже не цельный. Вот, а Джон Диксон, значит, предложил вот это решение, да, как сделать модель прочнее. Сейчас здесь дополнительная резинка и более... такой жесткий шов. Мне кажется, если шов сотрется, то резинка и вот это проще. Короче, оно будет держать все. Вот, ну по итогу, ну и что еще, и обычная стенка. G6, ну она в принципе во всех кедах Емерика такая. Кататься мы будем на обычной стенке, я не буду никак укреплять. Вот, ну и что, colorway, я вам рассказывал про белые, я буду кататься в черном. Вот такие еще есть. Gold. Это вот, Stay Gold. Замечательное видео. Кто не смотрел, рекомендую. 2010 год. А ребята делают уровень до сих пор. Я постараюсь сделать все, что смогу. По прогнозу погоды, сегодня последний солнечный день. Сегодня 17 октября. На улице плюс 8. И мы постараемся выжить из стрита... стрит-парка все, что сможем.
тебе сказал, блядь! Сотой по выходе! Так, ну, плюс 8. Мой оператор отморозил руки. По поводу кроссовок, честно, я очень советую сначала начать ходить в них. Хотя бы недельку надо расходить. Очень тяжело прикатываться. Несмотря на то, что они выглядят такими тонкими, они не очень жесткие. За счет того, что здесь очень плотная подошва. Вот мы целый день прокатались, я в основном прыгал. Вот. Вот они как бы, да, выглядят мягкими, но жесткие. То есть сначала нужно приходить. Мы никак не прихаживали, я особо не раскатывался, я просто одел кеды и сразу пошел прыгать. Вот, и мне было, конечно, немножко непривычно, потому что я привык более к тонким моделям. Вот. Из плюсов можно отметить все-таки комфорт. Кеды довольно-таки прочные. Прочная, я чувствую, что моя пятка зафиксирована. Прыгать не страшно, то есть у меня нога не ходит. То есть вот так вот, несмотря на то, что кед мягкий. Сейчас эти кеды, вот именно вот эта модель на акции. Поэтому можно кататься. Тут как бы в видео видно, что мы прыгаем в них. И я чувствую себя хорошо, сейчас продолжу кататься. Так, ну и что, Stay Gold. Катайтесь на скейте.